кстати говоря, мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи, который посетила генеральный директор ЮНЕСКО Удри Азули, это первый казахстанский объект, который включен в список всемирного наследия международной организации. Во время осмотра памятника архитектуры гостью сопровождал государственный советник, председатель Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО Ерлан Карин. Он рассказал о проводимой работе по обеспечению сохранности мавзолея, а глава ЮНЕСКО, отмечу, прибыла в нашу страну для участия в международном форуме «Астана». Мероприятие стартует уже завтра.